тех именах, в которых встречается гласная буква «а», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. В личных отношениях они зачастую излишне сентиментальны и склонны к долгим поискам своей судьбы. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Владельцы этого имени честолюбивы, активны, редко удовлетворены своим подчиненным положением, стремятся к власти и влиянию. Цифра 3 в нумерологии создана для этого имени. Индивидуальность определяет такие черты характера, как коммуникабельность и общительность. Звук «л» дает людям любовь ко всему красивому, они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Этим людям также характерно стремление поделиться своими ощущениями и знаниями со своим партнером. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Этому человеку важно найти свой собственный путь в жизни. Считается, что если в имени присутствует буква «С», то это признак властности и капризности. Звук «Е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Стремление к материальному достатку подстегивает, побуждает к действию. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Обладатели этого имени по своей природе часто страдают от нетерпеливости и поверхностного отношения к проблемам. Им очень сложно завершать начатые дела. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.